Дорогие друзья, всем привет! Мы находимся в Лос-Кампало Дисконт по адресу улица Константина Заслонова, дом 4, если что, Санкт-Петербург. И сегодня у нас поступление лоскута по очень классной, вкусной цене. Небольшие отрезы, очень классно использовать их на аксессуары, на курточки, на шарфы, на капюшоны, такие косынки-капюшоны, на манишки, на что еще? Подсказывай. На жилеты, на пальто, но не супер длинные, потому что отрезы у нас тоже небольшой величины, хотя есть один отрезик большой прям. Сейчас все покажем. Начнем обзор мы с подкладки Max Mara, новиночка, золотой буквы в цвете camel, такой camel золотистый, и буковка тоже золотистого оттенка. Подкладка тоненькая, легкая, отлично подойдет на костюмный ассортимент, также отлично подойдет и для пальто. Вот такая вот у вас будет изнанка. Собственно, у нас подкладка Max Mara и сам лоскут тоже Max Mara, пальтовый лоскут. И первый наш отрез, самый большой, 2,05, встречается микробрак на всех этих отрезах. Брак незначительный, но тем не менее запрашивайте в директ, какой конкретно. И вот такой вот плотный материал, это плотная пальтовая ткань с легким ворсом, мягко, очень приятно, в составе кашемир и шерсть 50/50, ширина 150, весь лоскут идет шириной 150 сантиметров и фиксированная цена 2950 рублей. В общем, классная теплая куртка, либо полупальто. Советую вдохновиться изделиями бренда Max Mara. Там вы увидите много интересного, то, что можно шить помимо длинного пальто, конечно же. И продолжим. Давайте посмотрим, какие отрезы в наличии есть в Лос-Кампало Дисконт. Итак, 0,85, есть отрез 0,95. Еще один 0,95, 0,65, это рукавчик может быть, 0,75. Ну вот смотрите, отрезы поменьше, рукав, например, с воротником 80 сантиметров, 65, 1,10 м, 1,20 м, 0,85. Также есть маленькие отрезики, вот здесь вот они у нас находятся, мы их не будем вытаскивать. Просто по размерам уточняйте, если вам нужны малыши совсем, они у нас тоже есть. Заказать легко, в описании к этому видео вы увидите всю информацию с нашими мессенджерами, куда можно сделать заказ. Ну что, переходите к нам в телеграм-канал, подписывайтесь и увидите еще больше вкусных новинок. А еще, кстати, я вам забыла показать, у нас есть всего 4 отреза пальтовой ткани в цвете тауп. Это такой чуть-чуть посветлее оттенок, который уходит в серый. Вот такой вот прекрасный вариант. Вот, кстати, в лоскуте иногда встречается такая история. Это когда уже какой-то крой попадает. И полноценные отрезы. 0,85. 0,7 сантиметров и 1,05 м. Из таких отрезов можно как раз таки собрать какое-то симпатичное полупальто, либо куртку, либо, кстати, бомбер тоже. Не стоит недооценивать этот вариант. Бомбер из пальтовой ткани сейчас на пике популярности, и мне кажется, это может быть классное решение для весны либо раннего демисезона. Ну что, я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Всем пока!